Вот такие статуи. Видите? Вот люди, размер людей. Вот такие статуи. Мост Александра III. Видите, в 1897 году. По 1900 год построили при Николае II. Александр III — это отец Николая II. Елисейский дворец вот там. А вот тут мост. Тут же Эйфелева башня. Итак, мост. Мост имени Александра III. Сами понимаете, да? Вот. Является самым красивым мостом в Париже. Вот такой мостик. Я нашел мастера кунг-фу. Вот он, видео, фопа-фопа. Все, он сейчас будет бить кого-то нахуй. Все, помолился там. Помолился там победителю. Еще чему-то там. Вот. Что-то он, как увидел меня, перестал. А вот информация, кстати. Подъем воды вот был самый максимальный, где девяточка, вот видите. Почти под этот, то есть я вот стою вот здесь, смотрите, где это высоко. Ну и остальная информация.